Сәлем, сіздермен бірге әйір өздеріңізге қарап, дұрыстап тамақтан жүріңіздер. Всем привет, с вами Кайл. Спасибо за то, что вы с нами. Сәлем, сіздермен бірге Марк. Өздеріңізге қарап, жемшелікте жеп жүріңіздер. Всем привет, с вами Жан, и мы рады, что у нас есть вы. Бәрінен сәлем, менің атым Сай. Бізден бірге осынша көп уақыт бойы бізден бірге болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Йо, привет, я Леви. И что-то я волнуюсь. Давно с вами не общался здесь. Всем привет, меня зовут Нео, я новый участник группы Seven Light. Хочу поблагодарить вас за вашу поддержку. Честно, я очень волновался и переживал за то, как вы примите меня и отреагируете на мое вступление в группу. Я наблюдал, читал ваши комментарии и был очень шокирован. Настолько, блин, мне честно очень было приятно, как вы тепло меня встретили и приняли. Вы подарили мне столько сил, и я надеюсь, мы вас еще порадуем. Без вас я бы не справился. Спасибо вам большое. Біз осы уақытқа дейін, аздаған уақыттың ішінде, азда болсын көп, үлкен жетістіктерге жеттік. Қазақ мюзик өртісті айтсақ болады. Сіздердің арқаларыңызда сол жетістікке жеттік. Біз сіздердің арқаларыңызда және де біз бірге тек қуанатын болғанымыз алда. Және де қуанамыз. Хотел бы вспомнить нашу встречу первую. Да, это было вообще в Астане. Это был мой день рождения точно. Я помню, когда я приехал, я был полон эмоций, потому что я не знал, как что будет проходить. И когда я увидел вас, я волновался, очень сильно волновался. Но со временем я понял, что волнения были напрасны, что вы все-таки ко мне пришли со всей этой любовью. Я был очень сильно удивлен, когда даже подарок с Алматы пришел. Да, я точно это помню, прямо как вчера. Я вас всех очень сильно люблю. Осы жақында бізде билет сатты, видео шыққан болатын. Және көптеген реакциялар көрді, көптеген адамдардың пікірін оқыды. Бірақ соның ішінде ең есте қалған бір реакция болды. Бір қыз біздің видеоны көріп атып, көзіне жас алып қойды. Сол видеоны көріп, мен де өз-өзім істей алмай қалдым. Мен де жауап қойдым. Сол үшін көп-көп рахмет айтамын. Біздің әрбір жасаған жұмысымызға сондай бағалап жатқандар үшін көп-көп рахмет. Вот и прошло 1.5 года, как мы вместе. Было много хороших и запоминающих моментов, связанных с вами. Помню вашу поддержку еще со времен стажировки, как вы приходили на наше преддебютное выступление и поддерживали нас. Меня это тронуло. Также спасибо за ваши подарочки. Танысқандарымыз бір жылдан асты, сол бір жыл ішінде көптеген қолдауға көрдік сіздерден. Сол үшін алдымен алғыс айтқым келеді. Басында келгенде бір жайында көптеген қобалжу уайым болды. Сіздердің пікірлеріңізді оқып, қолдауларыңды көріп, алға ұмтыла бердім. Сол үшін рахмет. Сіз барда біз де бармыз. Сіздер қуанғанда біз де қуанамыз. Жүрегімізде жақын бол, жарықтан тыс қалмаңыз. Помню, 1.5 года, когда мы все это начинали, для нас это было легко, и каждый ваш комментарий, каждый ваш отзыв помогал нам идти дальше, идти вперед, и именно это интервью для вас. Были такие моменты, как дни рождения, это было очень мило, что каждого из нас вы поздравляли, и, наверное, это была ваша благодарность, чему мы очень рады. Каждый концерт, каждое наше видео, либо промо приветствуется вами очень хорошо. Мы читаем комментарии, видим... Конечно, мы знаем свои недочеты и стараемся их убрать, но не все сразу. Поэтому спасибо вам. Бүгін сіздермен біздер көптен күткен сәт ол не? Біз фандомын атып қоямыз! Біз өте қатты қобалжып тұрмыз, жігіттер шыны керек. Бүгін фандом аты қандай? Қағаз әкеліңіздер. Фандом аты Lights! Сіздерді сүйіншілікте құттықтаймыз. Ал неге Lights? Lights деген ол жарықтар сіздер. Біз жайғана жеті жарықпыз. Бізді жарқыратып отыратын ол сіздер, лайтстар. Біз Seven Light, сіздер лайтс.
Біз сіздердің арқаларыңызда одан сайын жарқырай түсеміз. Және де жарқырап жүре береміз. Пока вы светите на нас, мы сияем. Еще прикольно будет, когда это... Допустим, мы выходим на сцену и объявляют нас Seven Live. Они тоже кричат. То есть, да, они и нас объявляют, и наш фандом. Да. И с нами даже в названии. Да. Да, қазір бұл уақыттан бастап, Lights, біз сіздерді жақсы көреміз!